Диалог между молодежью и представителями власти всегда получается очень продуктивным, особенно если у первых имеются немаловажные вопросы, на которые вторые готовы честно ответить. Так у молодого поколения Щелковского района появилась возможность пообщаться с председателем Совета депутатов Надеждой Суровцевой и обсудить важные для них темы. Инициатором подобных встреч выступило движение «Молодая гвардия». За круглым столом встречаемся со старшеклассниками, со студентами наших учреждений начального профессионального и среднепрофессионального образования. Для чего? Во-первых, для того, чтобы молодежная аудитория познакомилась с представителями власти, чтобы они могли задать вопросы, которые их волнуют. Мы, как молодая гвардия, пытаемся с помощью там, реализации своих проектов помочь ребятам. Вот. Поэтому от каждой такой встречи есть как информационная, так и конкретная, вполне ощутимая польза. Надежда Суровцева побеседовала с ребятами из 7, 8, 16, 3 школ района, а также со студентами Щелковского колледжа номер 6. Меня интересовал такой вопрос. Можно ли сделать какие-либо ролики или короткометражные видео именно по достижениям нашего колледжа? Потому что я считаю, что работодателям на это будет интересно, именно Щелковского района. А итоговая встреча уходящего года с молодежью прошла в здании районного совета депутатов. На ней также присутствовали представители молодежного парламента Щелковского района. Мария Буржинская, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».